потому что под конец жизни его стихи стали очень короткие. Может быть, осенью мы соберемся снова сделать проект «Эстонские поэты для русской аудитории», и тогда я расскажу, почему именно его стихи были короткие. Юхан Лиев считается таким крестьянским поэтом эстонским, поэтому я посчитала логичным прочитать до этой песни стихотворение, посвященное русскому крестьянскому поэту Сергею Есенину. «Видел свет ресницами рассеянной, вырвался из плена покрывал, встал в проем, где ветер воскресенья занавески теребил и рвал. Знала, что не тряпки это вовсе, это были два крыла из ситца, взмах, и стал над соснами вдоль просек, озадачивая птиц носиться, жаворочно радуясь колосьям, прославляя Бога хлеборода, сельских баб жалея, довелось им проживать без берега и брода. Утешался песней гармониста, кутался в березовые шали. Жаль, ее девичий образ чистый растащили черти, затаскали. Да он и сам родник сменял на зелье, и, увы, не смог остановиться. Налетев крестами искупления, тень бросали траурные птицы, обозначив непривычно резко мягкий подбородок, лоб и щеки. Он теперь лишь гипсовая фреска, он теперь холодный и далекий. В 21 веке полем шла я, ситец платья птахой трепыхался, обернулась в небо, размышляя, и застыла. В небе улыбался, все еще воздушен и весенен, словно никогда не умирал облаком растрепанным Есенин, затмевая солнце, пролетал. Рано ушел я из дома родного, песни забытые детство было, я вас давно не пою. Бури меня, как тростинку, согнули и заглушили жестокие бури песенку детства мою. Плывет кораблик по воде, плывет он от волны к волне. То видение, то волну нырнет, как лебедь белая плывет кораблик по воде. По воде.